Да, здорово, чуваки. Продолжаем вора проходить. Блять, тут что зомбарей много дюжину. Так, ну тогда. Так, подожди. Целебное зелье, цветы, вода. Бля, сюда идет собака ебаная, блядь. Бля, куда он кидает эти мины нахуй? Как этот, бля, бешеный какой-то его. Нет, тут надо это, подождите, поближе кинуть, блядь, а то, блядь, это. Я промотал. Ну ступай, ебаный урод. А, бог, сохранимся. Ебаный урод, а чё, блядь? Ебани в три этажа. Сука, чё он на него не работает, алё, блядь. Разобрались наконец-то нахуй. Где ошметки нахуй остались? Нахуй. Так, что-то нашел. Сука, там где-то паук лазит, я пока туда не хочу идти, но. Бля, там бурик, что ли? Ебать, там этот нахуй ходит, ебаный рот. Пламенный, блядь, походу. Да к пламенному идти вообще не хочу. Сука, бля, как не успел-то уебать его, а? А
пусть сам сюда ее хуйню. Подождем. Ты там пламенный справа, блядь. Это печально, блядь. Я с ним не хочу вообще связываться, нахуй, после Бонхарда, блядь. В смысле, чел? А как он меня обнаружил, алё? Фуэси. Сразу, да. Так, а ты одесь на рыночный, да? Еще, блядь, это пауки лазят, ебать, аккуратно. А там, смотри, какая дверь еще, блядь, сверху есть. Она ходит внизу, блин. Да, сели потухся. Бля, черный зомби, нахуй. Такая тишина стала. Где они? Что это такое? А где музыка? Что-то музыки нету, ну. Типа туда залезть можно, что-то туда порвать? Бля, вон там что-то есть, слышь. Ой, блядь, накосячил. Этот тупой стариган, нынешний хозяин змеиного ожерелья, живет в пустынном переулке к западу от подземного моста на Соборной улице. На прошлой неделе я посетил его маленькую, но богатую обитель с целью приобрести у него ожерелье, но он упорно отвергал все мои аргументы и предложение. Он сказал, что у его народа принято дарить подарки такой красоты своим невестам перед свадьбой.
Ему стукнуло 70, не знаю, какая девица согласится выйти за него замуж. Но не уверен, стоит ли мне теперь применить силу или лучше найти способ украсть у него ожерелье. Я слышу, здесь неподалеку, рядом с улицей Деперин живет вор, которого можно будет нанять. Ага. Бля, где музыка-то, Анатолий? Куда музыка делась? Она вообще есть тут, нахуй? Да вроде все есть вообще. Без музыки-то скучно, нахуй. Так, а тут нихуя не да. Все, он там какой-то мост интересный, блядь, идет. Чуть вообще ничего, блядь. А сколько золотишко-то? Подожди, блядь, промотал. Надо эти повыкидывать. А, нихуя не выкидывается, слышь. Компас. Вспышка. Ты сейчас, блядь, мало нахуй не хватает сегодня. Сколько раз попасть надо, ебано. Сука, там сидят пауки ебучие, блядь. Ну попади ты, ебаный косорукий-то, блядь. Второй заголосил, отлично. Сука, вот как падла стреляет. Попади ты, ёпта, стрелы кончаются уже. Какой-то, блядь. Я секунду. Да я в этой серии пиздец дуплю, нахуй. Где стрелы уже нельзя тратить, на пауков надо оставить, нахуй. Блядь, что это, морозота, ебаная. Блядь.
амин нету нахуй. Я сейчас наведу его на амин. Так, там это хуй находится. Блять, сука. А где она? Она вот, блядь. Блядь, это можно хуйню обойти, интересно? Да, можно, слушай. И здесь должна быть, блядь. Какой хитрый, сука, посмотри, блядь, не дорвался я, блядь. Да, тут сложим его, наверное, нахуй. Иди сюда, ёлка. А, ну или так пойдет, нахуй. Ой, бля, гада, сиди нахуй, потом на тебя приду. Бля, если ко мне подбежи, наверное, это не надо. Ну, пойдем, бля, ну подожди, там проверить, что там есть там, бля. Пиздец, 12 стрел осталось, я того рот ебал, ну. Чувак, да? Что, какие туннели, бля? Бля, где свет включить, бля, тут нахуй? Вот в чем, да? Ну заебать со местом, бля. То рубильников тут не вижу, но. Бля, хоть бы стрел найти где-нибудь, ебать. Не, бля, вниз вообще не хочу идти, там от хуй ходит молния, да. Или там ходит хуй, да. Там внизу патрулируют, ебать, там. А тут я был, да? Да. Бля, надо стрелы искать, на. Бля, обороняться нечем. А вот, бля. Блять, упал нахуй. Блять, куда это вообще ведет нахуй? Давай, ёпта. Ну отсюда. Сейчас слушаю. Прикольно, да. Я просто повырубаю их, не буду убивать. Да ёб твою, блядь, догоняй его нахуй. Куда бурик и сюда его. Да попади ты, ёб твою мать. Вот всё. Тут ничего нету. Где там голосит-то? Ну, давай. Давай, пиздец. Все, блядь. А что за ящик нахуй нужен? Че он дает? Это сундук я видел. Блять, ну взломай его.
Так, ладно, блин. Значит, музыки нету, вообще пиздец скучно, да. Без музыки, да. Да, суть по звуку золотишко поднял, бля. Бля, мне встрел найти обычно. Бля, как же напрям до туда. Бля, почти, сука, сейчас. Блять, как же долез-то? Давай, давай, чел. Тихо-тихо. Нахуй мне допрыгивай, блядь, значит. По-другому как-то можно, да? Ёб, ты чё тут, блядь? Всё наперекосяк, блядь. Я сейчас стану на этой же улице, бля, уже в ЛДЛ ложу. Подожди, ЛДЛ, ёпт. Чё тут не всё зашмонально. Бля, пиздец, игра сломалась, музыки нету, но... Может, перезайти, блядь, надо? Бля, туда не залезешь никогда. Ну, сука, там по-любому что-то есть, ебать. Что-нибудь есть? Что-то нихуя. Ну тут в воде есть что-нибудь, наверное. Всякое-то что-то должно быть, наверное, да? Бля, ебать, тут все туннели, на. Что-то вообще нихера нет там, бля. Туннель попробовать заходить, может там что есть. Надел. Я что-то забыл. Где тут должен быть, бля. Блять, блять, надо. Куда это вообще ведет? Ебать, а вылезти-то как отсюда, нахуй? Надо назад возвращаться. А где дырка эта, блядь? Чё-то под водой вообще ничего нету. Я расстроен. Как выйти отсюда? Бля-бля. Я ещё на рыночке, да? А, на рыночке здесь мораль получше. Тут в школе столько зомби перебился, мина, блядь, и потратил. Бля, как вылез-то? Тут лестница была. Надо дальше плыть, наверное. Бля, что-то я слышу. Нихуя не понял. А, вон он, все, все. Сука ты ебаный олень, блять. Че горишь-то? Прыгай туда я. Так, куда я шел, блядь? А, вот этот хуйня. Че, а как я туда запрыгнул? Ну ключа. Получается через... Блядь, надо... Через эту хуйню надо.
Лиза. А что не открывается? А вот. Что-то нашел. Туда смысл есть залезать, нет? Вкусно, да, попробовал. Сейчас я перезайду, что-то звука нету, не нравится, это хуйня, сейчас перезайду сек. Бля, все равно звука нету, нихуя. Значит, звука нету, блин. Бля, под саку. Подожди, а где моя стрела? Бля. Пиздец, а где стрела-то? С какой стороны я повесил? А, вот она, бля. Там еще в воду прыгаем. Войдут, нихуя не будет, ну. Блядь, что ты сделал, дебил, блядь? Пусть меня дебил. Нажал их два случайно, блядь. Вот. Так, а что нам делать вообще? Блядь, а тут надо опять прыгать, ну. Ну, блядь, стрелу опять надо цеплять, а что делать? Ну, это что такое у нас? Ну, все. Висим. Ну-ка, блядь, а что будет, если попробую поджечь? И чё? Чё, нихуя? Блядь, ну что ты сделал? Да, блядь, тут кнопка 2 и 2 рядом находится. Что-то слышишь, я поджег эту хуйню. Ну, давай под прикол подожжем. Где она? Вот она. Пиздец, блядь, за место двух одну поджег. Да экономнее будет. Бля, вон раньше игры делали. Куда прешь их делать? Да, ну, типа, нет. Значит, пещеру нахуй надо идти, я что делаю. Где пауки гонсуют. А стрел нету, бля. Чем отбивать, я даже внимание приложу. Это все очень печально, на самом деле. Нихуя не радует, ничего. Да более кострел бы пистолет, потому что я мечом бы поубивал. Подожди, сюда похоже. А, вон лес сверху. Ай, блин. Да. Где пещера-то, блин? Пойдем в пещеру шмонать, что делать. Да, потому что наверх посмотрим, может наверх что можно пиздануть, украсть. А, о, смотри, блядь. Что-то вижу, тут какую-то постройку. Ну, она наверх тоже смотрит, да. А еще такое. Даже что-то висело, или это лично?
Так, куда бы еще попасть, попробовать? Здесь ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Здесь тоже вроде ничего. Хуй знает, сюда вообще можно залезть, наверное, вряд ли, блин. Попробую туда залезть, но, наверное, не получится. Ну, там и нет ничего. В принципе, нет смысла. Ладно. Так, это я на другую улицу сейчас ёбаю. А где этот огненный хуй ходил? Надо туда прийти еще. Блять, что? Забылся немножко. А вот, все нашел. Вот, теперь заебись, хоть свет везде горит, бля. Пиздец, это куда ведет, нахуй? Бля, эпоха. Это где я вообще? На рыночную еще? Пиздец, блядь. Охуеть. Блядь, надо высовиться, нахуй, нахуй не туда пошел, тоннель пошел. Мне не нужен он. Бля, вот тут крест какой, слышь. Ну тут я был. Тут ничего нету. Бля, какой скучный левел попался. Тут не запрыгнуть. Там где-то эта кикимора ходит, ебать огненная. Элементарий ебучий, по-моему. И смысл, блядь? Блядь, смысл... А, и был он там, да? Да, да, там был. Блядь, как теперь спуститься отсюда, не убившись, блядь? Не, ну, блядь! Он все равно уебался, дебила, блядь. Блядь, что ж делать-то, блядь? Я не хочу к этому дебилу идти, нахуй. Блядь, он где-то вообще тут ходит, ебать. Блядь, я, наверное, не хочу к нему идти, даже если там золото есть. Прямо он тут все проходит, блядь. Да, печаль, блядь. Вышел, бля. Это куда я попал вообще? Было тут вообще, бля? А, да. Блядь, что ж делать-то дальше, а? Да не хочу к нему идти, сука. Он жуткий, блядь. Закрыто, блядь. Это куда мне приведет? А что делать?
повернулась, охуенно. На, пока мостик не пойдем, бля, хочу осмотреться. Бля, ты че, куда я приду? А, в Деперин возвращаюсь, я понял. Я в Деперин только не хочу. Зато музыка вернулась. Да. Где-то там пещера была, блядь. Блядь, а вот как сюда попасть, нахуй? А, нам через дырки, через эти, наверное, блядь. Или нет? Какая-то, смотри, я же говорю, надо все внимательно осматривать. Нет, 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 блядь, да, в принципе, да, это двери как-то надо, блядь. Да! Сука, как же долететь, блядь, подожди-ка. Блядь, зато игру поломал, хоть звук теперь есть. Да ебано, как долететь до туда, блядь, может там какая хуйня есть, веревка нам? А, да, блядь. Что, без веревки никак, типа, ебать, серьезно? Да, он долбоеб, даже за веревку не цепляется нам. Ебать, блядь. Ну или хотя бы так, блядь. Да! Пиздец. Я в ахуе, бля. Да хуй с ними, да хуя стрел с веревками, похуй. Закрыто, конечно, блядь. Хуйня, открываем. Ну, что тут есть-то вообще? Блять, ну тут темно, слышно. Мне надо свет включить, я нихуя это не вижу, а там паук есть. А свет у нас за решеткой, а как нахуй свет включить? Может надо до перины, может все-таки надо поактивировать свет этот весь? Блять, сука, мудак, ты можешь нормально спуститься, блять? Или текстурный? Че за пар сейчас шел, видел? Охуеть. Да, попробуй. Да, блядь, тут чё не текстурно, что на натуре? Я не хочу будет заровить, я реально просто. Где эта веревка, нахуй? Ну или так, потом залезем один хуй. Пойдем туда к этой, нахуй. Вот сюда вот как попасть? Тут всё, я туплю, нахуй. Я ж замочную скважину что-то не увидел, дурачок. Бля, долго ломать. Если врагов было хуй, блядь, я бы тут мучился бы с этим замком, блядь. Во. Теперь можно. Все хорошо. Теперь эти суки на ладони у меня тут, блядь. А где они? Суки, они не выходят ко мне, блядь. Бля, что попробовать их этими, блядь, огненными стрелами подхуячить, да? Как вариант, блядь. Блин, сколько их 10, а? Блять, а тут спуститься еще как-нибудь безопасно, блядь.
блядь. Ебать, ебать. А там пизда? Пиздец, нихуя не мы хп сняли, суки. Твари, блядские, противные. Козлы, блядь. Блядь, там где-то элементарь лазает, ебаный, блядь. Охуеть. Чё, давай святую воду пить, нахуй. О, 1710. Ничего. А нахуй сюда пришёл, смысл? Как сюда вообще попасть, блядь? Блядь, там теперь паук мешаться пройти будет, блядь. Сука, глянь, дрочь какая, сука. Не угадай, ты меня, падла, посмотрела, я что-то шачковать начал. Так и смысл, а чё? Чашка какая-то лежит, не взаимодействует с ней, нихуя. А я ебу, что делать? Я вообще не знаю, что делать, нам. Могила стража. И что? Подожди. На какую там задание? На О? Ну как? А, вот, оставь пару монет на могиле стража. А как? У меня есть вообще? Или... А, надо выбрать. У меня какие-то были монеты, блядь. А, вот они, блядь. Так и чё? А вообще их не видно нихуя. Блять, а тут как открыть дверь нахуй? О, блядь. Ничего нету. Тут вообще какой-то бомжатский, блядь, этот нахуй. Ну, места нихуя нету здесь. Ну, значит, с той стороны где-то вход, блядь. У нас тут нету. Ладно, похуй. Так, давай цепляемся до сюда. Ну. Так, ладно, хоть одно задание сделали, блядь. Хоть одно радует, веревка будет, она мне не нужна, в принципе. Так, что там, где эта хуета-то? Не будет она больше, может, она будет, чтобы это, блядь, что-то затроил, блядь. Ну тут что надо сделать, блядь? Тоже подозрительное место какое-то. Чё-то меня игра хочет, вообще не понимаю. В общем, понимаете, пацаны, я нихуя вообще не понимаю. Бля, зелень надо еще въебать, вот что я понял. Да, блядь, пропустил. Чуть-чуть хп надо подправить. А, пойду, пацаны, чайку сделать, блядь, что-то заебал, ступлю, хожу. Так, а тут? Блядь, что ж делать-то, ёпта. Попробуем, может, эти факел зажечь. Нихуя толку. Что делать, блядь?
Блять, вот ты, сука, тупняк наступил, да, ёб твою. Ой, блять. Ладно, пойдем в этот, нахуй. Подожди. А, тут что-то еще, смотри. Попробуй туда, может, прыгнуть. А, смотри, что-то не убрать. Блин, нормально прыгнул. Подожди, а что у меня хп мало, блин? Я же зелье пил, вроде, не? А, нет. Блять, куда пойти, куда поддаться, хуй знает. Там это хуй ходит. Пусть ходит. А может, у него есть там что, блин? Что мне даст? Ладно, пойдем на это, на другую улицу своим, да, на что? Сюда можно попробовать, вода в Олдейл. А хуй дальше не прыгает. Чё? Где-то справа ходит. Блять, нихуя не слышу, погромче сделал. Вообще лучше. Пизду поймем. Где он, сука, лазит, падла ебаная? Ахуй там, блядь.
собор. Да. Чё-то тут из нихуя нету в этом соборе, блядь. Страж встанет и старым. Тогда сможешь узнать тайну талисмана. Нет, блядь. Че? Я продолжу серию, да?